Да, это лучшее решение было. Спасибо за рейд Верзила. Понятно. Хан, давай. Так, то если что, я на другого перса захожу. Что мне там Варвару дальше ТКД идти, блядь, повесил. если квест, элементарный квест не можем сделать? Не, мы-то можем. Просто Ну так в перед чем ним проблема дать на первого подкрепить. красного Нет, будем здесь вайпаться, ждать, пока вы квест сделаете. Это уже просто невыносимо. Один раз вайпнулись, один вар делал. Ладно, еще можно понять. Потом ты зашел, делаешь, тоже упали. Он их хорошо дамажит. Ты мог варом идти, не вешать КД шамана. Ну, наверное, ничего не надо с целка, с обычкой. Ливерка, ты где? Да, я захожу. Ты релогаешься или что там? Да, мне комп ваф не любит. Вафли? Какие вафли? Что-то ты сказала, комп Да, вафли. мне комп ваф не любит. Он почему-то завис. Хорошо, Маша, ты здесь, Эндорама. Эндорама. Все, кидай. Кидать пати. Ну могу, все, да, мне ничего не надо. Тогда мы будем его на лут кидать. ну и копар придет, давай так, наверное, бить, не? Маш, дай шкаф, пожалуйста, Эндорама. Маша. Не дается. Наверное, АФК просто. Да, скорее всего. Четверо АФК. У нас просто превратилось из-за квестов, из-за того, что вот первый особенно ладно, смог сделать правильно. Ебум-бум. Так что за квест? В пугарейд А это квест. превратилось все. Это эпохальный профессор мерзоцы. Да. У нас превратился в типичный пугарейд молодой орды. Профессор. Маш, ты здесь вернулась, дай шкаф. Да сраки тебе охота на пупле. Да Сегодня только не тут пить. 6 пук, типа. Где-то так. Маша. Вот теперь ты каски бафаешь, Иллирио нет. Как говорится, да, сэр, будет в лучшем виде, я не подведу, сэр. Там что, шкаф-то есть? Не, нигде шкафа нет. Шкаф. Я лечу. Спит шкаф наш. Маша, где ты есть? Уже 3 минуты Вы прошло. голора не сидите, могли бы прилететь. Вы просто стоите там. Так я лечу. Да мы слышали уже, что ты летишь.
У меня есть подозрение насчет того, что копарня усменять за гаражи. Аркату? Копар барыжит. Давайте, летите. Единственный лук швала пока. Прекрасно. А я думала, рука в трусах выйдет с этого РК. Нет, не вышел. Вуди, хватит сидеть просиживать в Доваране. Давай к нам в рейд. Тут весело. Блин, он меня опять выкинуло. Так ты надоел. Войд в субботу можешь собирать целую кабочку? Посмотрим. Если что, квесты можно забить? Угу. Все сразу. Угу. Это жесть какая-то. Я ж говорю, превратился рейд в рейд молодой орды. Ты был в рейде молодой орды? Был. Там так же плохо все? Да, если честно, там еще все хуже. Нет, а золотой орде? Мне это не нравится. Вот посмотрите, 4-5 игроков и как. Где вы есть? Бладмун, Свято Копыто, Бог и Эндорама. Каких 2 мин-перекура? Уже 5 прошло. Какого хрена? Я бы нашим всем с гильдии ГП давал за АФК больше 2 минут. Пока Андряга подходит, прикол послушайте. Не надо, не надо. Это мы квадраты. Тебе говорят, 1+1 = 2. Ты приходишь на следующий урок, тебе говорят, сука, логарифм десятичный, 15x, котангенс, ебать, биссектриса, пошел нахуй. А вот так всегда. Стал чекать. О, Слава, яйца. Ничего себе. Пришел, смотри, ничего себе. Я уже так. Пришла. ДК, ФК, что нам делать? Я не понимаю, некого из гильдии добрать просто. Еще один ДК, ФК, Рога, ФК. ДК вернулся. Рога просто руки под стол убрал. Вот, все смотри, тут надо шкаф. Слав, раздай каски, пожалуйста. Сейчас все суманутся сначала. Все тут уже. Суманы нет. Давайте фулл баф, больше никакие АФК не уходим. Ребята, вам не стыдно уходить по 5-7 минут АФК? Вам не стыдно? В гильдии. Одна пуги. Сейчас обычку будем проносить дольше, чем гер. Нет, не будем, потому что у нас через 5, все, 20. Да? Добрали? О. Да, добрали. Никого не добрали. Все, я пошел. Стой, стой, не пей. Нет, копара нету. Нет. Копара нету, да стой. Копар. Давай, кризис. Ебать, да что ты делаешь? Мы что, на профей еще, что ли? А, сука, представь себе, не один ты в АФК ушел. Вы чё, на профей ещё или чё? Да. Ну не один ты в АФК ушёл. Пиздец. Это всё из-за тебя, папа. Ничего не говори, нахуй. Мы зарядку искали на АКУ, блядь. Короче, так и ни хера не нашли. Я не знаю, где он. Чё, пати-то было? Сейчас профай убьём будет. Дай пока. Вот странно, зачем он туда его повел? Типа там слизни зеленые, ничего так, нет? Дай мне покопать, я пока разденусь, сука, еще зашел. Оливерка, ты не шаришь тактику, так что молчи лучше. Ладно. Милики, видишь, пол хп мы уже снесли.
Отходи, отходим от зеленого слизня, РДД кастите, добивайте, все остальные отбегаем от него. Пельмени в рейд смотрим. Кобы сейчас будут, Хризи, аккуратно води. Переключились. Ребят, активнее в красную, блин. Пельмени в центр. Долбим, долбим. Сбегайтесь. Подождите, сбегайтесь. Void Force. Пельмени, лужи. Полетел красного, долбим, РДД уже переключились. Долго бьем. Маша, беги, Маша, Маша, дайте боб, быстрее, быстрее, боб. Быстрее сливаем. Пипец, Маша, где ты есть? Почему ты АФК? Прямо в бою. Нет. Зависла. Зеленый, подходим под зеленую колбу. Милики, РДД подальше, отходим от зеленой колбы. Хилы. Двигаемся в саванне. Теперь я тоже зависла. Кто? Да вы что, издеваетесь, что ли? Я в профа плюну, как вы думаете? Смотрите, я его реально... Смотрите, реально его замедлил. Войт, давай ты на кризис дашь диван, когда я заберу, хорошо? То я не доверяю. Давай, кризис, веди пельмени аккуратно. Колбы быстрее, веди, веди, веди. Давай бьем. С дивана Фризи не забирай. Давай бьем. Да неужели? Как все сложно было. Маш, ты здесь? А ты ее кикнул или она сама легнула? Понятно. Ты здесь, Маш? Маш, Эндорама, ты меня слышишь? Плюс они в гильдии, если слышали, она вообще вылетела. Блин, у нас нету демо Вока, она походу с игры вылетела. Печально. У нас ДРТ Вульдуар, час 12.
можем быстро все снести. Никаких АФК, никаких курить. Вы на профи не накурились, а? Пошлите, бьем трэш-боссов, трэш-боссов. Можно скорее. Копарт здесь. Понятно, и копар отошел куда. Здесь и здесь, чай наливай. У нас вока нету, так что придется лететь. Так, дай пати-то Маше обратно. Да, ее в игре нету, понимаешь, в чем дело? Она вылетела. Давай я локом зайду до Вальки. Мы думали вообще, ну, локом ты пойдешь. У тебя там нет кого-то? Не знаю, не помню. Да бля, короче, мина на ханта кольцо с Вальки и чё мина, шею и клятву. Такая вот печаль, беда. Вы чё, убили прохода, да? Ну сейчас зайду, короче, посмотрю куда. Нам так просто нет смысла, если на одного босса зайти на лока. А я зайду, блядь, смысл. До конца пойду его заебал. Таликан ровно. Желаю удачи. Так кто говорит? Я не верю, что Таликан ровно. Он пойдет один сюда пить. Пристыль. Возьмет и убьет. Ливерка, ты здесь? Ну, вообще-то да. Ну, вон, смотри. Чё? А, кружок с руля законтролит, а Ливерка законтролит с кованием нежити звездочку. Давайте, подожди, начинаем. Мне надо ски вытянуть, как там обычно. Так, вытягивая за контролю звезду. Спасибо. Хорошо. Да, начинай с руля. Кружок, контроль. Нужно подойти ближе. Это у тебя кружок такой, да? Молодец. Кружок! Боже! Класс. Охуеть. Кружок теперь у нас 4 конца. И желтенький. Смотрите, как за... Я могу поконтролить. Хотите? Ну, мы хотели этого, только ты не законтролил. Так это... Так меня приз просился поконтролить, потому что я скилл... Ну, неважно, кого контролить. Смотрите, какой прикол, короче, они все на месте стоят. А я не могу применить цели этой звездочку, попробую. Назад пошли. Назад. Что-то не применяется. То, что не нужно уже. Боже, зачем ты это сделала? Ну а зачем вы это делаете? Объясните мне, пожалуйста. Не ауешьте. Зал отошли назад. Тупые гуси, не ауешьте. Бейте кружок. Выключите ауе. Бейте кружок. У вас протопал в сапе стоит. Это плохо кончится. Дал мне небес. Давайте квадрат выбираем. Да, буду ставить. Вот и все, меня убили. А как вы хотели. Это приз только что давал, да? Контроль направо. Кто просил? Я не давала ничего. А ты че, что, из одна пристали, что? Ну, я просто сказала сразу. Предлагаю вам давать станы, давать фиры. И добивайте как можем. Оба дал фир. Луне я даю этот фир. Паладина, давайте играем. Добивайте у кого меньше хп. Понятно. Ты один паладин уже. Ну хули поделать. Давайте фиры, давайте акулы. У вас мозгов не хватает ни на что, кроме как грозу нажать какую-то.
Это не гроза была. Бегите, вставайте. Вставайте все, бегите быстро, блядь. Мы тут бьем трэш. Быстро бегите, блядь. У вас минута есть. Кайтите трэш, дайте корни. Дал тактику станки. Бегите нахуй, глупцы, блядь. Сука, когда вы играть научитесь, нахуй? Нихуя не умеете. Типа под дезморалит решила. Быстро бегите нахуй. Бегите быстрее, тут люди выживают, мана кончает. Видите, блядь. Ну, там свою волю. Либо это. Да, время лично опять есть, чтобы вайпать. Бегите быстрее. Алкси, вы бегите и лежите. Там на мосте вас ждет трэш. Охуенный, который вы, блядь. Чувак, как бич, давай пусть. Потому что кому-то ну, делать я не нечего. У меня еще бабл есть, у меня крылья есть, мне все заебись. Я луну держу. А ты не смея, на что лежишь? Нормально тебе? Покидай тело и беги. А там не видно, как с пулю кто-то хотел законтролить справа, не знаю кто именно, но... Так не надо контролить, нахуй вы туда лезете, сука. Вот именно, сказал, отошли все назад. Нет, блядь, лезет кто-то своим рылом, извините. Законтролить еще с другой стороны и спулить весь остальной пак. А скажите мне, а вот удачно. Сейчас вихрь... А что, машина зашла? Знаете, что вы время тянете? Бегу под баблом к вам, танки какие-то есть там живые? Встречайте, блядь, там мобы бегут. Бейте их, контрольте, дайте вихрь. Какое-то говно дайте, только не дохните, как динари. Я сейчас месяцу опять дам фир. Вот он в фире бегает, никому плохо не делает. Да, мне. По диспельте с танком, а? Ай, по 20 тысяч в 3 секунды бьет. Подиспельтишь. Бейте того, кого не фиряют, сука, на мосту стоят мобы, бейте их. Че вы такие? Опять я в сапе. Дал тебе капну. Глаза, сука, по пятаку сделали, включили звездопад и стоят смотрят, сука, вы че, блядь? Ну это просто, я просто представляю, как вы сидите за компом, что на личе осквернение в центре, вы просто в потолок вот так поднимаете голову и смотрите. На мониторе похуй, что происходит. На мониторе похуй, что происходит. Опять у кого-то эхо, блядь. Давайте не спи, мне АФКшим, бежим быстрее. Ах, три моба осталось. Напоминаю, в центр никто не заходит, иначе вы спулите босса. Бетами тоже не кидай, надо. Не кидай тарелку, дам лейтенанту этот самый спокойный, два моба убьем. Не достаю, слишком далеко. Так убьем. Можно разбахаться. Бьёрн, забери там кольцо, блядь, они сейчас заебут нахуй. Ой, пусть заберут меня, я ему говорю. Где он лежит? На мосту еще где-то, блядь. Кидай мне. Лол. Кольцо получает самое скиллованное. Кольцо. Давайте бафаемся пока.
какого хрена вы где-то сзади там валяетесь, всякие бары и так далее? Маги, что вы там 3 часа делаете? Я сначала очень разозлился, сейчас мне просто смешно. Че, было бафы, не? Ну, паладины, давайте бафы, кто там еще не раздал. Войд, каску давай. Отдал. Нету. Оку дай, кап оку. Сейчас. Он звезда слил. Хмели Сунели, ты у нас один хант, ты будешь на кинетике. Два ханта. Точно, два бусинка, тоже на кинетиках будешь. Ваша задача, чтобы они не упали. Какая-то сова Блудмун, тоже помогай кинетику бить. Кстати, скидки на шмот будут, нет? Будут, меньше фуда, больше дева. Заходим в центр быстрее. Смотрите, напуливаем на терраса двух мобов. Сразу не убивай. Бля, держи только нахуй, сейчас рву у тебя, смотри. Дайте поставить. Ханты, напулите на меня потом. Уже не сорвешь. Подмон, какого хрена? Расскажи мне, на тебя срывается принц Талдером. Как ты думаешь, что ты должен был или должна была нажать? Я так понимаю, это был либо звездопад, либо ты просто бьешь Талдером вместо Валенера. Старфол. Старфол на этих боссах не прожимается. Так, все живы. Талдаром. Смотрите, пожалуйста, за кинетикой. То, что мы сейчас бьем Талдаром, думаю, вы должны все и так видеть. Смотрите, на Хмели Сунели разряжаем Гоблима. Он сам разрядился, куча миликов. Геру не даем. Хотя... Нет, не надо. Сейчас келесит уже будет, сейчас мы стреляем. Да, ну похер. Физи там на те сферы есть. ЛП-шек побольше надавать, плесет. Энг, может перестанешь бить Талдерома? И паладин. Сферы идите, потерял, сферы келесит. Потерял. Зачем ты так отошел от него? Лови сферы. Кризи, забери сферы, смотри, одна сзади тебя, одна в центре, которая на шамане теперь висит. Ты ничего не выиграешь, если тут дураки какие-то шема будут бить. Смотри, не проеби сферы. Прольется кровь. 4. Дайте капли по Кризи, потому что мне кажется, что сейчас сферы пропадут. Уже есть. Все, смена. Сила Валонара добиваем, идем дальше. Квест у нас сейчас сделает необычное. Необычное знает, как квест делает на Ванателе. Но даже если она нас не может вайпнуть, вот чем дело, как на пробу. Че, есть катушка? Нету. Ой, как всегда. Давай на роу, плащик. Давай, давай. Че, может Хризина тоже? Да, может Хризина. Хризина, да? Угу. А, вот и дырот. Так, а на медведя идет эта хуйня? Меткость. Копыта какая? Копыта. А, на ретрику.
тогда. Че вы там добрали? А, нет, еще есть место, заходи. А только пар нас уничтожит. Фантом хочет найти. Сейчас сдадим контроль. Ну ладно, ты побью еще. Луком. Африка споткнулся, просто маши. Звездочки, Оливерка дает контроль. С руля дает треугольнику, как поняли. Давайте. Оливерка, звездочки, с руля треугольнику. Давайте, присты, давайте. Да. Славик, там Маша плюснула, дай пойти. Кидайте ее. Да мне не привязываться к этой цели. Понятно. Че, кого звездочку бьем? Будто вы контроль дали. Я не понимаю. Да. Что сложно. Никто не уешь, бейте по одному цель. Просто. Хуйня какая-то. Какие-то ноги. Ханты, дайте град стрел на пол, пожалуйста. Вон треугольник все бьем сейчас. Переключились. Танки там. Потом думаю. Потом звездочку. Или звездочку. Джерри, он бы сказал вам все про вас. Я, пожалуй, воздержусь. Сколько я не Джерри. Вот реально, вы заходите, у вас на панели вот это не скилл, наверное, один скилл. Ну, автоатака, что там еще? У миликов автоатака, у этих ДД там какой-нибудь фаербол, блядь. И все, и нихуя больше нет. Да, представил, короче, сидит. Еще. Я представил, сидит девушка, короче, палец. Славич, ты пати ты не бьешь, Маш. И, короче, и думает, какую же кнопку сейчас нажать? Ой. Ну, кнопку нажать и скиллов нет на панели, нихуя, да? Да. Сидит, Маша, можешь вот на этом боссе в Африке побить? На этом боссе именно. Не важно, можно и побить, не важно. Зачем? Смотрите, время тикает уже 20.07. 21.00 лишь должен быть. Вы что хотите сказать, что вы на профессии сидели полчаса или что? Да. Делали квест? Наш двор. Мы страдали. Мы же любим. Ну как всегда еще. Просто я не знаю, люди должны как-то более, блядь, себя... Ну, вы должны понимать, что вы, если хуйню вытворяете в рейде, вы не только себе время тратите, вы и людям, которые в рейд пришли, 25 человекам говните, блядь, рейд. Они вместо того, чтобы час с половиной тут посидеть, сидят тут 4-5 часов в ёбаном рейде. Это ужасно напрягает всех. Тише, тише. Чё, скажи, не так? Так, сейчас Андерама выпьет ману. Значит так, Хризи, с тобой бежит необычная. Поможем сделать квест. Тут она нас не вайпнет в любом случае. Крест, а что, Вару так и не сделали звездочка. Просто? Ну, Вар сам себе не сделал. Пиздец. Маги всекают, смотрите. Кусаем звездочку, потом будем стопать ДД. Если возьмется в контроль звездочка, это уже ее проблема будет. Мы не будем тогда стопать. Если что, смотрим. Я скажу, когда стопать ДД. Сейчас бежит зеркало, это необычная с Хризи и все. Одна попытка у тебя.
ДК. Рука в трусах, в чем дело? Пускай ДК бежит со звездой. Рука в трусах, там рука в трусах, наверное. Ну все, бегите. Это было неразумное решение. Все, отходи, отходи оттуда. Перкова рви, перкова. Отходи, оно с тебя спадет. Вот то, что ты там хуйню стал вытворять, что ты начал делать необычное? Я вот же укусишь необычное. Я бахаю с тебя. Тебе надо было просто словить это красное баф и уйти. Что ты там ставишь? Тихо-тихо. Бум-бум, беги. Словил двойное зеркало. Ну куда ж вообще? Ну ты уже льешь. Фризи, Хризи, отойди оттуда. Ты что, не видишь, что там уже? Стена полна Хризи Филокса. Жи, ты же меня слышишь? Укусишь звездочку. Обязательно. Сова пусть лежит пока. Нам все равно стопать дамаг придется потом. Геру не даем. Танцу беги. На взлете. Понятно. LG красавчик. Давай добивать так. Ну. Или атака. Серьезно. Саваня, поднимай блуд вот эту сову, третья пати, сова поднимешь LG и добивай мусор из всяких квестов. LG, что это было? Я просто не понимаю. Вставай. Физическая атака. Хризи Филокс. Какого хрена вампиру тебя порвало голову? Это же невозможно, по идее. Зеркало. Не было у меня зеркала, но не было зеркала. Нет ничего невозможного в нашей жизни. Короче, мы убьем без вампира. Извини, необычное. Но квест, к сожалению, запорот. Не тобой, по идее. Давайте, рейндж, гимн на ману, прочитай с руля, пожалуйста, прочитай гимн на ману, шаман, ставь потом на ману, прилива. Сбегайтесь. Дамаг не стопаем, 2 минуты до берсы, беги, каплук. Ну вы уже срёте. Давайте, наверное, Геру. Зачем? Давайте у тебя Геру. Укусов сейчас, мало. Нету мало. Вообще укусов, нету, ой. Да вообще так, их нет. Так после бы дали. Ты чего? Давай-ка. Таман, ты здесь? Ты меня слышишь? Черный лимон, Люфтваффе, ВБЛ давать будете? Очень долго думаете, сам же беги. Убегайтесь, пакт. Смотрите, сейчас тени будут. ДК, по. Беги. Фир будет от... Убираем. Антифир дайте на пол. Ты диспелим фир с рейда. Молодцы. С руля дай божественный гимн отхил. Давай, давай, не бойся. Ага, молодец. У кого там нет КД гимна на ману, то там Оливерка, дай, пожалуйста, сейчас. Убиваем босса. Ману, совы, шаману заливаем. Убегаемся. Вот. Гикапок. Захил. Ухильте ж лук.
Короче, это просто рейд, в котором квесты не делаются, к сожалению. Топовый ролл. Короче, я пошел на Хантата, да? Где мы? Заходи. Дряга, спекайся, пожалуйста. Там просто еще лед нужен на последнюю 10. Да, без укуса. Ходите. Ребята, это, короче, Энх вещает. У меня уже 14 минут 2 ночи, мне на работу всем вставать, так что всем спасибо за это, я бы с вами посидел, но, блядь, я-то просто просплю. Да, всем давай, спокойной спасибо. Ночи. Пока. Я с Иркутска. Ну, это почти рядом. Давай, спасибо за рейд. У вас что там, не трай, надеюсь? Или трай? Можешь зайти кем-то. Да не, я вообще просто хотел спросить, что за Crazy Fist спал? Кто-нибудь знает этого идиота? Я очень долго прописывал ропа, потому что мне в ПМ писали. Ай-яй-яй. А что, макрос не можешь сделать? Нет. Изифио, здесь... Нормальных пацанов, макросы забиты нормальными макросами, но... а не ропами. Подожди, потом поговорим. Погнали, бьем трэш. Ну, вот делать ничего, отвлекаться каждый раз, водить ролл, блядь. Один раз стыкнул мышкой, все, тебя срулило. Вы на ком? Короче, я так понял, мне токен никто не отдаст. Ну и ладно. 95. А, там 95, простите, я думал 18. Сейчас, на ком? Дай пати, бой. Кто нужен вообще, подамажить тупо или что делать? Да. Сейчас я варом зайду. Потом в самолете, пожалуйста. Это ты, Ретрик, скажи Терресу. Мне это только наш. Хотя если разрешить тебе хантом за это. Не ханты, трешки. Не, хантом 5. Не надо, не. Не ханта у нас просто. 5-3. Тем более. Вообще никто агро не сорвет. Давайте. А три ханта есть уже. А чё тем более в падлу? Три ханта есть уже. Ну, можно Рэл ответить на этот вопрос? Тебе что-то нужно на ханта или что? Да, собственно, поэтому я хотел зайти. Кто-то всем нужно что-то на ханта. Просто понимаешь, что ты КД повесишь, у тебя конкурентов. Да у меня, много. Блин, сейчас я не помню, у меня сова КД. А, вар только, ну вару ничего не нужно. Давай, ладно. Просто понимаешь, в чем дело. Ты себе КД повесишь, у тебя сейчас будет три конкурента как минимум, да? И да вообще пофиг, господи, я же играю, чтоб чисто оделся, не оделся. У меня нет такого, типа, блядь, КД с самого начала, короче, всякое такое. К этому проще. Конечно, отношусь. Я бы тебя попросил кем-то другим зайти, но если у тебя никого другого нет, то можешь хантом. Я имею в виду без КД, если никого больше нет, то можешь хантом. Да есть у меня вар, весело, ну почти. Ну, смотри, просто у нас еще завтра 25 лет будет, 8 часов. Сейчас и... хардкору пати дашь. Да, вот. Сейчас варом, а завтра там хантом пойдет, завтра ни одного ханта не будет. Потому что сейчас все брейдим. Да, бля, завтра... Я завтра работаю, вижу. Ну вот. Может, и не так. Кризи, звезду забирай, Кризи. Ну а тебе хилим меня, хилим протопал.
Сова, нахрена ты охотницу бьешь, я не знаю. Ах, туда же, смотрите, вон забирает ДК босса, мобов. Звездочку играть. Ну, у вас же глаза есть, смотрите, звездочка стоит отдельно, значит, не ее. Бьете охотницу, она разворачивается и вам подачу дает. Масса. Заходим в комнату. Сейчас я дам пати. Она взяла уже. Лиззи тоже заведи их в комнату. Чтоб не забагалось. Сразу заходим сюда. Заходите в комнату. Тут же и все остальные. Там стоите с мобами, тусуетесь. Нет, не забавили. Сейчас прибудет ее подкрепление. Так, у кого есть хилы плюс вин? Ух, кто сейчас в ДД идет? Амредис? Хорошо. Хорошо. Оливерка, у тебя хил или ДЦ? Это что? Холи Прист, хорошо. Ну, Холи Пау по-любому, Амредис. Спекнись, пожалуйста, в Холи Пау. Суманите, пожалуйста. Сейчас суманим, сейчас добьем сестру. А, кто вы еще там? Ладно, там спекнешь нам. Так. Добьем Свято Копыто и сам, что останутся на рейде. Несмеяна, Черный Лимон, Амредис и... Ну, отожмите, кто там фонит. Амредис и Оливерка полетают. Ёлки-палки, заберите, они не ковыряют. Не убьют. Просто смотрел, кто будет... Так, еще раз. Холи Пау и Оливерка спекаются. Ну, Амредис. Оливерка спекаются в хилов. Оливерка, Амредис вместе с двумя шаманами полетают, похилят Валитрию. Саншу и Свято Копыто похилят рейд. Я ж думаю, это не будет для вас проблем. Нет, это не надо с руля. Ты домашка. 4 хила нам хватит в порталах с головой. Присты, с диспельте, смотрите, ПВП. Ау, присты, ПВП. О, молодцы. Диспелили. Сурка, что упала? Надо диспелить после того, как бабл закончится. Или правильно диспелить? Сурка, упал меч. Меч? А, окей. Угу. Давайте рыбав. Подождите, сум дайте, я бегу. Просто. Бар. Четвертая пати. И мне, пожалуйста. Че, вы там спекнули с хилов, да? Еще раз. Черный Лимон, Несмеяна, Амдерис и Оливерка. Хилят Валитрию. Рыбки нету, да? Не ставили. Есть, вот стоит. А, нет, нету. Дайте баф. Давайте быстро рыбак делаем. ДРТ. Ребята, ДРТ очень мало времени. Нам надо очень быстро все пронести. Приста баф можно, пожалуйста. Точно. Лиззи, давай ты слева повыше, справа. Пристабаф любой, дайте приз. Присты, дайте пристабаф, пожалуйста. От тьмы тоже. Все, все готовы. Давай, Хризи Филокс, начинаем. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Слева ловит, там большой идет Хризи Филокс. Лови его сразу, подавите легенду. Ребят, приоритет подавители и разгромы.
фризе. Ты же помнишь, что тут с двух сторон сразу могут выйти мобы. Тут и дальние, и ближние ворота работают. Хорош. Толстый с дальнего конца Хризи. Ага, видишь. Подавители сливаем рейд. С двух сторон подавители смотрим, сливаем. Почему подавители живые? Быстрее сливайте их, пожалуйста. Они в приоритете всегда. Ребят, я скажу сам, когда рост давать, хорошо? Потому что если вы дадите на 26 лямах, вы не захилите. Это просто говорю наперед. Ну, давайте отбегаем от взрыва, хорошо? И справа. Подавителей. Стоп, дамаг в толстого. Ну ладно. Хан, дай ловушку под толстого, сейчас порвется. Я далеко. Это не один хан. Тут еще два ханта, кроме тебя. Хильте, еще хильте, собирайте стаки, давайте. Я скажу, когда будете захиливать раны еще. Сгром, дайте там стан. Добейте. Слабо долго хилите. Будет 28 лямов, тогда можете дохиливать. Еще рано, еще в порталы бегайте. Я открыла портал в изумрудный сон. Подавителей сливаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дайте сюда, я заберу. Прости, маг. Честно, я был далеко. Ну, пожалуйста, не бьем толстых, когда есть скелет в рейде. Сначала скелет, потом толстый. Поганище сюда последнюю очередь. Ладно, куда ж ты долбишь его? Вон маги стоят. Магов сначала сливаем, потом поганище. Да издевает просто. Хант молодец, срапу дал. Понятно, молодец. Так, все, давайте выходите с порталов, давайте Геру захиливайте, уже 30 лямов. Подавители убиваем, переключаемся в подавители, бросаем толстого подавители, ребят. Вы без Геры решили захилить, да? Молодцы. Разгрома убиваем, молодцы. Давайте, не знаю. Раз тут без Геры хилите, захиливайте так. Два ляма осталось. С Геры бы захилили уже. Ну, я же говорил, будет 28 лямов, можете дохиливать. Дохиливать Геру давать. Ну, а почему не дали? Не знаю. Я же не шаман, я на паладине тут стою. Потому что не надо. Ну не надо, да, 4 килограмма. На синдру типа экономил, блядь. Ну да. Я излечилась! И Зера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями! Бафы никто не АФКшит, нам надо запасть. Блядь, кольца как всегда нет. Избавление. Что, избавление от кошмаров? Девяносто шесть вижу, кто такие мы. Давайте бегом идем.
Бусинка, ты только добеги. Бусинка, ты только добеги до трэша. Давайте сейчас быстро сливаем с первого трая Синдру. Сливаем с первого трая Лича, идем на РТ Вульдуар. Вам же ж интересно Вульдуар пойти, правда? Все, давайте. Ханты, приведете трэш? Да, сейчас. Паладины по очереди гнев небес дадим. Хризи, лови этих. Хмелюс, нули, давай справа, я слева. Поставь тут добычу каждый за себя, я отойду. Хмель, ты здесь? Я здесь, подожди. Уже нету. Ну, я что-то не понял, что я мыслей. А у тебя там фанило. Ты ничего не говорил, кнопку, видать, не отпускал, у тебя фанило, видать, вот тебе не дать. А, да, я этот кушать. Короче, казан мешал, извините. А еще одну пачку. Сейчас привезу. Веду. Давал, где? В ММ Ханта еще есть такая штука, подготовка называется. Готовность, а не подготовка. Да, подготовка у Руги, я забыл. Ну, типа того. Ну, ты знал, что там КД есть? Я же знал. Кстати, сколько там КД? Минута или две? Три, не хочешь? Хрена себе, три минуты. Как вы живете? Как то? Я не люблю хантом играть. Я раньше качал хантов, играл, но блин. Не, вот честно, качать ханта — это пиздец, хуйня полна. Че там, будет X5 рейд на опыт перед новым годом? Наверное, с 31 по 1. Нет, как у меня, короче, препод, как говорил, 32 января будет все. Он говорит, придете на пересдачу 32 января, тогда и встретимся. Реально некоторые кадры, короче, думают, бляха-муха, 32 января на пересдачу. Бывали же такие туго думают. Ну так это по дням, так же все равно не получается, один хуй. Так пересдача-то... Потому что это изначально был стёб, что 32 января. Так это понятно, что стёб. Ну да, так не всем было понятно. Я помню, мы так угорали, когда чувак пришел 1 февраля на пересдачу и кричит мне, с Боровенко сказал. Там наш препод, короче, фамилия такая была. Сейчас добиваем последнего моба, и у нас зайдет ДК обратно. Сейчас, подожди, ДК.
Давай. Да, пишет, что жду. Заходи в ЦУК, портуйся к Синдре. Я колечко поменяю, слышите? Меняйте только быстрее, скорее. Очень мало времени. Криз, у тебя фрошмот готов на всякий случай? У меня готов. Ну, красавчик, у меня тоже три вещи, но я буду две одевать. Кстати, хорошее кольцо, если так подумать. Я раньше не задумывался. Хочешь две сетовых головы героических покупать в будущем из очарки? Дракон этот вообще в спину бьет по 5к. У меня закончилась мана. Залейте ману черный лимон. Святой копыта. Можешь залить ману черный лимон? Хил в твоей пати. Сразу не пуляем, мы ее просто спускаем, потом рыбафнемся и пуляем. Тотемчики уберете, поэтов своих отзовете, чтобы она не сагрилась. А у нас типа АФК, какой-то вар стоит. Вар, почему ты АФК, ю-бум-бум? Почему вы АФК стоите? Оливерка. Да, я сейчас приду. Так ты поднимись наверх, а потом уходи АФК. Сейчас Синдра сагрится, и нафига она нам надо. Все, отходим, тотемы убираем, отходим к воротам, хилимся. Давайте хилимся. Ну, отходите к воротам. Кто там сидит, черный лимон или Верка? Да я же дошла. Так, к воротам. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордсфолла. О, все хорошо. Давайте, кому там бафов не хватает? Плюсуйте в чат. Сейчас я быстренько картошку врушу. Хорошо. Под ике пороги дайте, а пороги я сам дам. Под ике дайте фубаф. Слав, дай, пожалуйста, по звездочке каску. Слав, ты здесь, Войт? Слава. Вот этого мамонта где брать, который с гоблином и с теткой? Дай, пожалуйста, каску по LG, дай каску по ДК. Спасибо. На полных ризи. Ризи ДК. Потом я буду брать. А который в СА падает, что он дает? Боже, как вы любите отходить. У нас очень я мало быстро, времени. Срочно очень. Давай, секунд. Бегом. LG, Void Force, Хмели Сунели, где?
так Войт АФК он не дает. Ну, ладно, я тебе дам. Слав, где ты? Все, все, поехали. Да куда поехали? Еще двоих нету. А. Я, короче, это здесь рядом с компом. Слава, где ты? Слава, ты тут? Пришел. Сессы пока что не даем. Будем надеяться, что у нас все тактику соблюдают. Ребята, все глыбы под босса. Не надо в сторону. Я скажу, когда в сторону начнете уносить. Геру даем после второй глыбы. Потом в сторону. Несколько глыб унесем. Потом опять будем скидывать стаки. Первую, вторую 100% под босса. Вторую не разбиваем. Все, давайте, погнали.